Певица Наталья Фриски возмутилась в своем телеграм-канале тем, что телеведущий Дмитрий Шепелев стал чаще появляться на публике со своим 11-летним сыном Платоном от Жанны Фриски. Шепелева поперли отовсюду, и он теперь везде с Платоном лезет. Так мерзко наблюдать, заявила сестра знаменитости. Таким образом, Фриски отреагировала на комментарий поклонницы, которая сообщила под ее постом, что ненавидит Шепелева. Также исполнительница в очередной раз подтвердила, что не видится с племянником. В ноябре стало известно, что сын Жанны Фриски получил первую роль в сериале. Он вместе с Дмитрием Шепелевым снялся во втором сезоне проекта певца Сергея Жукова «Плакса». Недавно журналистка Алена Жигалова обвинила Дмитрия Шепелева в том, что он сливал информацию о болезни Жанны Фриски. Она сообщила, что провела расследование о том, кто распространял информацию о заболевании певицы. По словам Жигаловой, она до последнего не верила, что информатором был Шепелев, но получила подтверждение этому.